Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» предлагает представителям бизнеса интересные варианты по приобретению встроенных помещений в многоэтажках Гомеля. Также вы узнаете, кто у нас в регионе занимается реализацией крупнейших инвестиционно-строительных проектов. Физкультурно-оздоровительный центр с аквапарком в Жлобине, бассейн в 16-м микрорайоне Гомеля, сейнокомплекс в агрогородке Холмич Реческого района на 24 тысячи голов. Мозырский деревообрабатывающий комбинат новостройки в городе над Сожем. Это далеко не полный список объектов, возведением и реконструкцией которых занималось Гомельское областное управление капитального строительства. Предприятие, созданное более 50 лет назад, выступает в качестве заказчика по реализации крупнейших инвестиционно-строительных проектов в Гомельской области. В частности, областное управление капитального строительства обеспечивает своевременное и качественное на основе использования современных технологий управления проектами, проведение технического надзора в строительстве. Целью создания нашего предприятия и те задачи, которые оно решало на протяжении всех лет своего функционирования и решает на сегодняшний день, это выполнение функций заказчика, застройщика, инженерной организации, инженерной компании, на наиболее значимых, на наиболее важных объектах как производственного назначения, так и социального, культурного, бытового. Для того, чтобы осуществлять, реализовывать эти задачи, у нас штат высококвалифицированных специалистов, сотрудников, которые разделены на различного рода отделы, службы. Наши специалисты имеют очень высокую репутацию, очень высокую марку, и мы по праву ими гордимся. В числе значимых проектов, которые на данный момент реализует Гомельский областной УКС, строительство мини-ТЭЦ на местных видах топлива в Калинковичах. В ближайших планах областного управления капитального строительства возведение новостроек в уже существующих микрорайонах города, в частности, на фестивале по улице Павлова, Реческому проспекту, а также в 17-м микрорайоне. Кстати, специалисты предприятия уже сейчас готовы принять желающих для заключения договоров на строительство жилья в этих районах. Да, это уплотнение существующей застройки, но при этом площадки под эту застройку выбраны таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять интересы и права других граждан и юридических лиц, которые находятся в этом районе. То есть в соответствии с градостроительными нормами, то есть здесь нет никаких нарушений, ни градостроительных норм, ни санитарных. Это дома и КПД, это дома и из мелкоштучных материалов. Вот, это дома типовых потребительских качеств, но с очень хорошим качеством и достойные, в общем-то, вполне приемлемой ценой. Стоит отметить, что не только жилье, но и в целом объекты, возводимые областным УКСом, отличают высокое качество и надежность. Новшество в деятельности Гомельского областного УКСа – создание единого центра продаж квартир. И если вы решили построить или купить жилье, но не знаете, с чего начать, то в этом вопросе вам помогут специалисты центра. Он работает в Гомеле на базе областного управления капитального строительства по адресу Белецкого, 7. В центре саккумулирована вся информация по продаже недвижимости в Гомеле и Гомельском районе. Здесь вам совершенно бесплатно предоставят достоверные сведения о новостройках. Ознакомят с планировками квартир, фотографиями объектов, условиями кредитования, а также подберут, исходя из ваших пожеланий, наиболее выгодное предложение по приобретению жилья. У нас уже было очень много обращений, порядка 500. Из них приходили непосредственно в центр более 100 человек, и телефонных звонков было более 350. Электронные обращения тоже у нас есть. Основной вопрос, который людей интересует на сегодняшний момент, это цена квадратного метра и место расположения. Это немаловажный фактор. То есть всю информацию мы это, опять же, можно посмотреть в электронном виде, у нас это все есть, и непосредственно в самом центре.
За услугами по подбору недвижимости могут обратиться также и юридические лица. В частности, в центре продаж уже получали консультации представители бизнеса, желающие приобрести встроенные помещения. В перспективе же здесь намерены обеспечить клиенту сопровождение всего процесса по покупке жилья. Кроме того, база единого центра продаж квартир будет постоянно пополняться новыми строящимися объектами. Стоит отметить, что специалисты единого центра продаж квартир прекрасно ориентируются в рынке недвижимости, и своим клиентам они могут предложить оптимальный вариант жилья, исходя из заданных параметров. В ходе такого сотрудничества покупатель не только узнает достоверную информацию об объекте, но и сэкономит свое личное время. Мне позвонила подруга, ее интересовал вопрос покупки жилья. Вот мы сегодня пришли и были приятно удивлены. На самом деле очень удобно обратиться, ну как одно окно, да? Ты пришел на месте, тебе показали наличие, что есть, какие дома, какие есть планировки, вот. Куда можно обратиться, в какие банки, вот. В общем, какие-то моменты, нюансы, очень удобно. Поэтому рекомендую именно обратиться на Белецкого, да, в центр продажи квартир. Новой услугой в строительной сфере – возведение квартиры под ключ – предлагает воспользоваться УКС города Гомеля. Человек, который построил квартиру, не только с нами, но и любого застройщика, может прийти нам, к нам, заказать эту услугу. Мы составим смету на работы, значит, где человек будет видеть, сколько это стоит. Поскольку мы будем ориентироваться все-таки на материалы, которые более такие социальные, но мы можем делать так, что мы укажем работу, такая стоимость работ без материала. Человек сам может выбрать, купить в магазине материалы, либо на другом где-то вместе купить, предложить свои материалы, и мы своим материалом сделаем эти работы. Мы проверим качество, мы проверим сегодня стоимость этих работ. Сегодня цены на рынке, так скажем, частных компаний, либо, как скажем, человек закажет это где-то, ну, физлица, то цены, хочу сказать, что у строителей наших ниже расценки, даже со всеми накладными планами, чем участника. Преображать жилье будут строители, исходя из пожеланий и финансовых возможностей клиента. При этом предусмотрен как бюджетный, так и элитный ремонт квартиры под ключ. В любом случае, такая услуга предполагает подготовку и отделку стен, полов, потолков, установку дверей, отделку плиткой, перенос коммуникации и изменение планировки. Отделка жилого помещения под ключ – это создание уникального интерьера, который сделает вашу квартиру уютной. Дополнительные услуги по благоустройству дома готовы предложить дизайнеры. Исходя из строительных норм и правил, они предоставят клиенту разнообразные дизайнерские решения по планировке и декору жилья. Например, помогут определиться с решением по цветовой гамме помещений или расстановке мебели. В УКСе города Гомеля отметили, что ремонт квартиры под ключ выполняется надежно, оперативно и качественно. В городе над Сожем есть немало домов, которые сочетают в себе не только жилую, но и коммерческую функцию. Это, например, новостройки в 18-м микрорайоне по улице Мазурова. Здесь один из объектов, который предлагает к реализации Гомельский домостроительный комбинат – современный трехэтажный бизнес-центр. Он представляет собой пристроенные к жилым домам помещения с различными по площади кабинетами и местами общего пользования. На продажу выставлены помещения общей площадью 783 квадратных метров, стоимость 1 100 000 белорусских рублей. Возможна реализация отдельными офисами 252 квадратных метра и 531 квадратный метр, а также сдача в аренду на длительный срок с последующим выкупом. Покупателям предоставляется возможность изменения проектно-сметной документации и функционального назначения. Данный объект выгодно отличают удобное местоположение, выход на центральную улицу Мазурова и современный фасад здания. Данное здание расположено на центральной пешеходной улице, согласно генплану района, что позволит представителям бизнеса, которые приобретут помещение в данном бизнес-центре, получить максимум клиентов, как местных жителей, так и приезжих. Стоит отметить, что в непосредственной близости к этому объекту расположены комплексы жилых домов, школа, детская поликлиника, ледовый дворец, гипермаркеты и развитая сеть общественного транспорта. Еще один привлекательный для бизнеса объект в этом микрорайоне – встроенно-пристроенное помещение общей площадью порядка 240 квадратных метров. Оно находится на первом этаже новостройки.
Помещение, в котором мы находимся, также предлагается для продажи нашим предприятиям. Это встроенно-пристроенное помещение общей площадью порядка 240 метров квадратных, которое может быть использовано представителями бизнеса для осуществления торговли, оказания услуг населению. Разместить ваши офисы, торговые и объекты сферы услуг можно и вблизи центра города. Представителям бизнеса предлагаются встроенные помещения на первых этажах многосекционного жилого дома на пересечении улиц Барыкина и Иверская. Надо отметить, что эту новостройку от стандартных панельных домов города отличает большая степень остекления фасада, где применены витражи. Для тех, кто давно мечтал открыть собственный бизнес, либо расширить существующее дело, Управление капитального строительства предлагает уникальную возможность приобрести встроенное помещение в самом центре города, в жилом доме по улице Барыкина. В помещениях можно организовать магазины непродовольственных товаров, либо помещения медицинского назначения по цене всего 1500 белорусских рублей. Спешите! Предложение ограничено. Сегодня программа «Большая стройка» вместе с вами выбирала помещение под офис, а также знакомилась с новинками в сфере недвижимости. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля.